Так, друзья, ну вот я запустил игру Forza 4. Как вы видите, демо-версия Forza Horizon 4 демо, которую можно абсолютно бесплатно скачать из Microsoft, магазина приложений. Так, сейчас я отсюда выйду. Звук, да. Звук. Со звуком проблема. Так. А как мне выйти-то отсюда? Я на самом деле первый раз играю. Сбросить позицию машины. Так, сбросить позицию. Так. Не надо полностью выйти из игры. Так. Еще раз. Так, ладно, тогда таким макаром сбросим через диспетчер задач. Что-то я не понял, как сбрасывать игру. Короче, как вы видите, на ноутбуке, ультрабуке HP, у которого видеокарта здесь встроена, интегрированная AMD Radeon, процессор AMD Ryzen 5000 серии 3, это даже не 5, 3, игра запустилась. К чему я вообще начал показывать свой видеоролик с этого момента, то есть запуска игры? Дело в том, то, что в предыдущем моем видео в обзоре на Acer Swift 3, у которого, на секундочку, видеокарта интегрированная, одна из самых, ну, встроенных мощная считается, это Intel Iris H графика, процессор 11-го поколения i5, и там память скоростная 8 гигов LPDDR4X, намного скоростнее, чем здесь. Здесь просто стоит 8 гигов, просто DDR4, но на секундочку, мне уже едет курьер, который еще везет 8 гигов, итого здесь будет 16. В дуале они будут работать, и я думаю, игра будет работать еще быстрее. И кто смотрел тот обзор, тот я ругался, что как так, ну, Forza 4 не запустилась. Вроде бы процессор 11-го поколения, i5, хэ-графика, все дела, скоростной. Он на самом деле быстрый ультрабук, этот Acer. Но игра просто, она не запускалась. Она установилась, все, там была табличка, которая, ну, стандартная, что ваш компьютер, типа, не соответствует минимальным требованиям, игра не будет установлена, то есть запущена, и да, она не запускалась. Я пробовал раз 5, никак я не мог запускать, компьютер зависал, и все, короче, ну, короче, беда, ничего нельзя было сделать просто. Здесь же, я думаю, просто ради эксперимента, думаю, запущу, попробую здесь. Блин, бац, и тут она запустилась, тоже было предупреждение, но по умолчанию, короче, на графике игра запустилась, и вот видите, я играю, специально я заехал в камни, позбивал там, да, вот это, в воду заехал, чтобы показать вам, что брызги от воды идут на экран, все, то есть там есть, ну, можно играть в игру без тормозов. То есть получается, что Ryzen 3 рулит, он мощнее, короче, блин, Intel 5 11-го поколения с хэ-графикой, а на секундочку, тот ноутбук стоит намного дороже, тот премиальный ноутбук прям совсем, то есть он на секунду, это получается у нас на, чуть ли там не на 20 тысяч дороже стоит, чем вот этот вот HP Pavilion. Ну, так-то задуматься на секунду. То ли там просто именно проблемы у самого производителя Acer, что-то они там не поднастроили, может, я не знаю чего. Ну вот, может, в BIOS-е какие-то у них там проблемы, я не знаю. То ли это просто реально Ryzen 3 5000 серии мощнее просто Intel 11-го поколения i5 с хе-графикой. Ну вот, результат налицо, друзья. Fortnite на максималочках летает. Я запускал, ну, надо сказать, что и на том ноутбуке, на Acer, на i5 с хэ-графикой, Fortnite запускался, но там были маленькие подлагивания, все-таки надо сказать, и там я максимальную графику не настраивал. Просто я по умолчанию, там средние вроде бы настройки, или мы минимальные запустились,
И когда вот летишь с самолета, прыгаешь, да, с этого, с автобуса, то там тык-тык-тык, ну, были, короче, мелкие подлагивания. Здесь просто я запускаю игру и, короче, ставлю, сейчас я вам покажу, ставлю настроечки, короче, на самые высокопроизводительные. Блин, я думаю, сейчас какие-то тормоза будет, игра не попрет. И, короче, блин, сейчас вы увидите сами все. Короче, получается, Resin рулит. Единственное, что, короче, нагрев идет достаточно серьезно вот отсюда. Ну, вот, я, правда, на диване играл. Ну, вот, вентиляция там, конечно, так себе. Но и я играл при подключенном кабеле. Сейчас, кстати, кабель тоже я подключу. Так. Вот. Хотя я только что я Forza запускал, да, кабель у меня был не подключен, питание. Просто там в ноутбуках есть такая особенность, когда подключено питание. То есть производительность может быть на максимуме, чем на от аккумулятора. Так, показываю, значит, вам. Так, настройки. Так, параметры. Вот, эпическое все включено. Ну, то есть тут максимальное, больше не поставить. Высокое, видите? Короче, и тут даже кадры в секунду поставлены. То есть 50-60 кадров в секунду. Сейчас, смотрите, я запущу игру, и вы сами все увидите, что игра на максималках рулит 50-60 кадров. Вот здесь будет FPS, вот тут. Ну, кто играл, знает. Я просто не... в игры-то давно не играю. Я вот ради просто обзора, ради интереса, просто производительности ноутбуков, можно ли в них играть, вот установил эти игры, чтобы... показать вам, короче, можно ли в них вообще на таких вот ультрабуках тонких играть в игры. Оказывается, на каких-то можно, да, и причем на максимальных настройках, а на каких-то нет, хотя они стоят дороже. Вот, смотрите. Так, ну, сейчас у нас будет это, да, понятно. Так. Автобус. Ну, короче, видите, да, максималочка. Все, полетели мы. Вот у нас автобус. Видите, я вот мотаю мышкой сильно, ничего вообще не тормозит. На Intel на 11 поколения с хе-графикой, вот здесь у меня уже подлагивания были. Вот здесь, когда я вот так вот летел. Здесь же, смотрите, я лечу спокойно. Лечу спокойно, короче, вон. Это максимальная графика, напоминаю вам. Ну, короче, вы, я думаю, понимаете, что, ну, видите, да, что в этом дальше мне уже можно, ну, тупо не играть. Сейчас я приземлюсь. О, видите, что, да, что ничего не тормозит. О, я играю. И сейчас я сюда еще вставлю еще 8 гигов. И будет у меня 16. Так что, друзья, ну вот сами думайте, короче, вот этот вот ноутбук стоит в районе 50 тысяч, да? Он идет, правда, без Windows, тот с Windows был, ну, вот Acer. Поэтому я цену, ну, вот вам озвучил, что в 20 тысяч разница. Но, ну, давайте 10 тысяч уберем, да, 10 тысяч стоит Windows, окей. Но все равно не 20 тысяч разница получается, а 10, здесь без винды. Но тем не менее, все равно, друзья, то есть Intel 11 поколения на i5 с хе-графикой получается хуже, чем Ryzen 3 5000-ный. То есть вот такие, друзья, памяти и там 8, но там LP DDR4X, здесь просто DDR4. Там она скоростнее, та память, вот. Но там минус есть у того ноутбука, что там добавить нельзя, она впаяна. Но скоростная, здесь же можно добавить, но она простая. То есть и значит тех нано, как он называется, этот, господи, техобмента, вот этот вот нано, господи, нанометр, это вот эти вот. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, их 7. Их 7 или 6 вообще, 6 нанометров или 7, то есть процессор выполнен. Вот этот Ryzen. А Intel Core 11 поколения, по-моему, 10 там, если я не ошибаюсь. Надо уточнить. Но здесь меньше точно.
И он мощнее оказывается, друзья. Вот вам, я в принципе вот это видео, я хотел вам, в общем-то, и показать. Значит, если вы собираетесь покупать ноутбуки и хотите в них поиграть в игры, то имейте в виду, ну, конкретно, возможно, это может быть так, что именно конкретно это в Acer какие-то косяки. Но, друзья, у кого ноутбуки на Intel 11 поколения с Хе-графикой, напишите, пожалуйста, запускается ли у вас Forza 4 и Fortnite, работает ли у вас, ну, на максималке, как у меня. То есть, если да, то напишите, какой ноутбук, возможно, это с Acer проблемы. Если нет, то, ну, получается, что Ryzen мощнее. В общем, вот такие дела. Я думаю, ну, надеюсь, что это видео было вам полезно. В общем, всем пока, друзья. Всем пока.